Один из обвиняемых в экстремизме в Алтайском крае, Антон Ангел, заявил, что сотрудники полиции сегодня пытались насильно поместить его в психиатрическую больницу. Об этом нашим новостям рассказал сам Антон и его адвокат Роман Ажмегов. По их мнению, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом действовали незаконно. По словам адвоката, решение суда о помещении Антона Ангела в лечебницу не вступило в законную силу. По словам Ажмегова, а он также представляет в суде интересы еще одной обвиняемой в экстремизме, Марии Матузной, сотрудники правоохранительных органов задержали Ангела у здания арбитражного суда. После повезли в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана. Однако адвокату удалось убедить медицинский персонал не принимать пациента на принудительное лечение. Мы просто-напросто указали на ссылку, которая, так скажем, указана снизу на, так скажем, данном документе, о том, что данное постановление не вступило в законную силу. После чего доктор ушел с сотрудниками, так скажем, данного отдела по экстремизму в кабинет, где они там, опять же, некоторое время разговаривали, после чего он вышел и сказал, все, вы свободны. То есть, как бы, в этом цирке он все-таки не захотел принимать участие, понимая, что это уголовно наказуемо. Это фактически незаконное лишение свободы человека. Помимо прочего, по заверениям адвоката, сотрудники полиции применили к нему силу, когда он попытался не дать им провести его клиента в приемное отделение. Он, а также его клиент написали в индустриальном РУВД заявление на правоохранителей, адвокат направился на медицинское освидетельствование. В ближайшее время мы рассчитываем получить официальный ответ от правоохранителей по данному инциденту.